Лада Приора и Лада 14 модели столкнулись сегодня днем на пересечении улиц Декабристов и Волгоградская. Водители сами не поняли, кто стал виновником произошедшего и почему все так произошло. Один из них хотел развернуться, а второй повернуть налево. Алина Мусина выслушала мнение каждого. Ну вот только тронули, стрелка загорелась, все поехали. И он, походу, остановился, что ли, я даже не помню, все сразу вылетело. Автоледи рассказала, с левого ряда улицы Декабристов хотела повернуть на Волгоградскую. Но прямо перед ней из среднего ряда перестроилась Лада Приора, она ехала чуть впереди. Ее водитель хотел развернуться, но на середине перекрестка их траектории с Ладой 14 модели пересеклись. Девушка не успела затормозить и остановиться, говорит, что не понимает, кто виноват в произошедшем. Считает, что ситуация спорная, а вот мужчина, водитель Приоры, сначала вроде как признал свою вину, но потом видит сомнения девушки и сам стал не столь упорным в своем мнении. А как вину свою признали? Ну, не желательно, конечно, признавать, потому что я разворачивался, я завершающий был. Теперь в дорожном происшествии предстоит разобраться автоинспектором. Алина Мусина, Нафиса Миниязова, Адель Мулахметов, вызов 112.